Привет всем. Мне знакомый отдал вот такой светильник. Но как отдал? Он мне говорит, ты, говорит, сделай. Вот коробка. Его. Ты, говорит, мне его сделай, а другие там светильники возьми себе на запчасти. Вот. Он говорит, такая неисправность здесь. Пол светильника, говорит, горит. Другая половина не горит. Ну, я попробую сделать, конечно. Я ему сказал, я говорю, все возможное в моих силах я сделаю. О! То есть половина горит, другая половина не горит. Да, блин, контакт поймать не могу. Ну, в общем, видно. Током бы не шарахнуло, тут проводки. Ага, вот. Ребята, я разобрал, в общем, этот светильник и был немножко поражен. Вот смотрите, вот здесь это драйвер, да, а лента у нас светодиодная одна. И о, посмотрите, здесь тоже драйвер. Я сначала, блин, офигел, думаю, как же так, как это дело все. Вроде лента светодиодная одна полоска, а драйвера два, думаю, как это все. И начал я отслеживать по проводам по этим, думаю, ну, блин, разобраться, а здесь дофига проводов. Отходит, вот. Это, то есть, здесь идет вот провод вход 220, потом выход, тут сколько, я не знаю, от 40 до 150 вольт примерно, то есть, обычно идут эти драйвера, вот. Еще два проводка, думаю, да что же такое-то? А я посмотрел, эти два проводка, это идет от 220, то есть, здесь идут непосредственно две дорожки, которые соединяются с этим драйвером, то есть на него поступает 220, и уже у него выход там сколько, 50-150 где-то вольт. Вот. Думаю, блин, а как же они согласуются-то? А потом я посмотрел по дорожкам, оказывается, светодиодная эта лента поделена пополам. И между собой она никак не соединяется, то есть две половинки. То есть абсолютно разные дорожки идут на каждую половину светодиодов. Для чего это сделано? Я не знаю почему, что это за конструкторское решение. Может быть, просто сделать один драйвер. Он не могли, он был достаточно большим. И они решили сделать просто два небольших драйвера. Может быть, поэтому. Может быть, чтобы если сгорает один драйвер или горят какие-то светодиоды на одной, то есть другая половина светилась. Ну, это тоже ненормально. Человек как бы мне и принес, потому что пол светильника светит, а другая половина не задействована. Это ненормально. Это мало кому бы понравилось. Думаю, никому. Вот. Поэтому мне и отдал. Отпаиваем родной драйвер. Паяем драйвер. Этот драйвер я ремонтировал в прошлом видео. Можете глянуть. Там простейший ремонт просто. Кому-то, может быть, будет полезно. Так что посмотрите обязательно. Как можете видеть, не горит. Вот я сейчас замерю. Блин, только бы не замкнуть его. Как я очкую. То есть напряжение все в порядке. Напряжение есть. То есть вот можно видеть, другая часть горит, это не горит. Что это значит? Это значит, что какой-то светодиодов сгорел. Явных признаков я здесь не вижу. И это уже... Вот это уже сложно.
Есть потемневшие светодиоды, их много. Но, блин, какой из них-то? Будем искать. Я предположительно нашел светодиод, он более черный, чем остальные. Вот, наверное, он, надеюсь. Будем сейчас его менять. Включаем аккуратненько. Да, да! Она горит, ребята. Все в порядке. Проблема была именно в драйвере и в одном светодиоде. Ну а теперь собираем все это дело в корпус. Изолируем термоусадку, где мы там надорвали, потому что в прошлом ролике я ремонтировал этот драйвер. Да, сейчас не так-то просто уже припаяно. Это надо было сделать раньше. Придется через провода пропускать это дело. Но ничего, пропустим. Ладно, теперь нам надо это запихнуть. Так, сначала надо... Так. Так, запихнуть надо, да, все правильно. Пропихиваем его сюда. Так, отлично. Блин, что-то не пойму, провода короткие, что ли? Что за фигня? Так, а вот все, все нормально, все, все в порядке, все. Так, стекло, стекло, защитное стекло. Не защитное стекло, а рассеиватель, так он, по-моему, называется. Что ты будешь делать? Привередливый, а? Вставляйся уже. Зрители ждут окончания. Что? Так. Ага, есть контакт. Так, теперь пропихиваем. Так, надо двинуть ленту. Отверстие перекрыло. Ага, вот так вот, отлично. Так. Все, сейчас. Закручиваем. Все вроде так. Так. Давайте включим его. Ничего не произошло, пока я его собирал. Да что ты, ё-моё, все тут мешается, все. Ни слов нету. Вот. Супер. Вот. Вот он светильник, все горит, все прекрасно. Вот. Ребята, ставьте лайки, кому понравилось. Не стесняйтесь, для меня, наверное, это лучшее признание. Пишите в комментариях,
кто хочет продолжение данной тематики о светодиодных светильниках, о ремонтах, о самодельных светильниках, о ремонтах фонариков, о самодельных фонариках. В общем, вся светодиодная тематика, ставьте лайк. Кто не хочет, можете поставить дизлайк. Я все равно буду делать эти светильники. Мне просто это нравится, эта тематика. Всем пока!